В Азербайджане поняли, что чем дальше, тем больше у них будет потерь. Россия имела целью ввести свои войска на оккупированные территории. The tail wags the dog, as we say in English, that мы уступаем Армении Нагорный Карабах, взамен Армения уступает нам район Мегри. Но это тоже было спорно для армянской стороны. Пусть не обманывают народ. Признать, что эти 17 лет были выброшены на ветер, для них это как политическое характер. 20 лет спустя мы не можем зафиксировать, что есть гарантии невозобновления военных действий. Мая 1994 года военные действия в Нагорном Карабахе прекратились. За неделю до этого были подписаны документы о прекращении огня. С трудом достигнутое Бишкекское соглашение стало первым этапом в карабахском противостоянии. Ни мира, ни войны. Более 20 лет удавалось сохранять это хрупкое перемирие без присутствия миротворческих сил. Редкий случай в истории современных конфликтов. По итогам войны армянская сторона контролирует почти всю территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, за исключением нескольких сел Мартакирского и части территории Мартунинского районов. Кроме этого, армяне заняли прилегающие к административным границам Нагорного Карабаха районы Азербайджана, полностью 5 и частично 2. За 3 года войны азербайджанская сторона потеряла около 12 тысяч, а армянская – около 7 тысяч военных. В Азербайджане поняли, что в данной ситуации решить вопрос на поле боя, так как им этого хочется, невозможно. Чем дальше, тем больше у них будет потерь. Это и остановило войну. Азербайджан пытается подтолкнуть к тому, чтобы он признал де-факто результаты войны. То есть вот результаты войны – это и есть итоги войны. В этом смысле азербайджанская сторона говорит, что если вы настаиваете на итоге войны, значит решение проблемы может быть иметь только военный характер. С апреля по ноябрь 1993 года Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, в которых призывал стороны к прекращению огня и выводу армянских сил из оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Летом 1993 года, после смены власти, Азербайджан стал планировать зимнее наступление, чтобы вернуть потерянные территории. 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, фактически были провалены, не реализованы, не осуществлены. Прежде всего за счет того, что Азербайджан старался, так сказать, все-таки силой решить этот конфликт, дожать армян, так сказать, так, и не шел на прекращение военных действий. В марте 1992 года в Хельсинки, задолго до подписания мирного договора, было предложено созвать конференцию по Нагорному Карабаху. В качестве места предполагаемой встречи был избран Минск, столица Беларуси. Конференция должна была стать постоянно действующим форумом по урегулированию карабахского конфликта. Она так и не состоялась, но дала название Минской группе совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже переименованного в ОБСЕ. Азербайджан не был заинтересован в переговорах о будущем Нагорного Карабаха. Поэтому была создана Минская группа, чтобы подготовить стороны к созыву конференции и двигаться дальше. В те годы непризнанная Нагорно-Карабахская республика была не просто в центре внимания всех сторон, участвующих в процессе урегулирования, но и важным субъектом переговоров. В столицу Степанакерт неоднократно приезжали представители ООН, СБСЕ, министры иностранных дел и посланники разных стран. И начнется переговорный. До 1994 года процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках СБСЕ шел параллельно с попытками России и некоторых других стран СНГ примирить враждующие стороны. Именно благодаря решениям, принятым на Совете глав государств СНГ в Москве 15 апреля 1994 года, стало возможным Бишкекское перемирие. Российское посредничество было качественно совершенно иным.
Почему? Потому что мы понимали, что надо создавать партии мира. Старались подготовить не только правящие круги, но и общество к тому, чтобы надо положить конец этому кровавому конфликту. Карабахский конфликт повлек за собой тяжелый гуманитарный кризис. Согласно данным Верховного комиссара ООН, число азербайджанских беженцев из Армении составило около 200 тысяч. Около 400 тысяч беженцев армян вынуждены были покинуть Азербайджан и Нагорный Карабах. Более 650 тысяч жителей Азербайджана оставили свои дома на занятых армянами территориях и вынужденно переместились в далекие от войны районы Азербайджана. Как видите, люди здесь живут в очень тяжелых условиях. Мы вынуждены так жить. Приходится готовить в коридоре. И посуда наша, как и вся наша жизнь, вся в коридорах. Живем в одной комнате с детьми, и это очень тяжело. Дети рождаются, вырастают, и никто не знает, какое будущее их ждет. Мне было 17 лет, когда я стала беженкой. Когда покидали свои дома, ничего не смогли взять с собой, только себя и спасли. Родители так и говорили: главное – спасти детей. Жалею только об одном. У нас было там кладбище, где захоронены наши деды, бабушки, словом, все родные. На этом кладбище покоился и мой родной брат, которому было всего 12 лет, когда он умер. Из нашего дома было видно кладбище. В наш последний вечер дома мы решили, что когда будем утром покидать деревню, сделаем фотографии родных надгробий. Но не получилось. Утром мы увидели, что кладбище разрушено. Первые беженцы из Азербайджана прибыли в Армению в 1988 году, сразу после сумгаитских событий. Правительство пыталось как-то обустроить их. Многих беженцев поселили в Арденисском районе. Приехали в тундру. Как здесь жить? Брат и сестра Саркисян жили в Баку, где у каждого из них была своя квартира. Альберт работал на мебельной фабрике «Красный Октябрь». Сейчас они получают пенсию по старости. Хоть бы кто-нибудь поинтересовался, как мы тут живем. Без земли, без скота. Пенсии хватает только на сахарный песок и муку. В первые годы беженцы с трудом привыкали к новым условиям, тяжело переживали неприязнь местных жителей. Некоторые отказывались принимать армянское гражданство, надеясь на возвращение в Азербайджан и возмещение ущерба согласно международному статусу беженцев. Прожив 10 лет в ереванском общежитии, эта семья из Баку переехала в новый дом, построенный для беженцев на средства ООН в городе Артик. С местными у нас хорошие отношения, потому что я сама родом из Армении. К беженцам здесь хорошо относятся, готовы помочь, последнее отдать. Сейчас мы счастливы, что у нас есть крыша над головой. Я хотела бы стать гражданкой Армении. Моя фамилия Аганова. Хочу поменять на Аганян, чтобы беженкой больше никогда не называли. Тема беженцев и перемещенных лиц, их статуса, возвращения в свои дома, поднимается во всех предложенных до сегодняшнего дня вариантах урегулирования карабахского конфликта. Но на судьбах реальных беженцев это никак не сказывается. Они остаются лишь безликими персонажами в так и не принятых документах. В декабре 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште было принято решение о странах-посредниках в урегулировании карабахского конфликта и принципах формирования международных миротворческих сил. Это были реальные шаги на пути мирного разрешения конфликта. Россия имела целью ввести свои войска на оккупированные территории. Она стремилась восстановить свое военное присутствие в Азербайджане. Но этому желанию России, так сказать, был дан отпор. Бывший советник первого президента Армении Жирайр Липаритян говорит, что существовала конкуренция между мировыми и региональными лидерами, вовлеченными в переговорный процесс.
В дипломатических кругах считалось, что страна, которая сможет добиться перемирия, будет главенствовать в регионе. Липаритян вспоминает свою беседу с послом США в ОБСЕ Джоном Мореско. Я спросил у него, какое вам дело до Карабаха. Раньше вы и знать не знали про Карабах. Он сказал, мы давно хотели войти в регион, но у нас не было для этого повода. С карабахским конфликтом у нас появилась легитимная причина. Он сказал это очень искренне. В январе 1997 года сопредседательство в Минской группе ОБСЕ перешло к трем странам – России, США и Франции. Но вопрос конфликтующих сторон все еще оставался спорным. Официальный Баку утверждал, что это конфликт между Азербайджаном и Арменией. Армения и представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжали настаивать, что в конфликте участвуют три стороны. Согласно принятым решениям Организации Объединенных Наций, стороны в конфликте – это Азербайджан и Армения. Заинтересованные стороны в конфликте – это карабахская община армян и карабахская община азербайджанцев, которых изгнали оттуда. Попытка навязать Азербайджану признание Нагорного Карабаха стороной в конфликте, она направлена на то, чтобы Азербайджан признал независимость Нагорного Карабаха. Азербайджан это никогда не признает. В Москве, Хельсинки и Вене были проведены многочисленные встречи и переговоры с участием Нагорного Карабаха в качестве заинтересованной или конфликтующей страны, так ее называли в различных международных документах. Но Азербайджан отказывался признавать Нагорный Карабах страной конфликта и настаивал на паритетном участии. На переговорах постоянно присутствовал представитель более чем 40-тысячной азербайджанской общины Нагорного Карабаха Низами Бахманов. Представитель азербайджанской общины Бахманов всегда был в составе азербайджанской делегации. Бывало, делегация возмущалась, что ему не дают высказаться. Сопредседатели отвечали, когда мы передаем слово азербайджанской стороне, вы можете дать Бахманову возможность выступить. Это ваше право. Для того, чтобы не признавать Нагорный Карабах, втемяшилась такая мысль, неверная по сути своей, что будто бы признание Нагорного Карабаха стороной конфликта чуть ли неотвратимо, так сказать, ведет к его признанию как государству, будто бы, так сказать, так. Это совсем все-таки разные вещи. Признание стороной конфликта нужно для его прекращения. Кучерявым возглавлял Нагорный Карабах. И сопредседатели Минской группы, когда ехали в регион, они с ним встречались как с лидером вот этого Нагорно-Карабахского образования. И через несколько лет он становится президентом Армении. Тогда именно армянская сторона для того, чтобы снять эти вопросы, она предложила, что Чучарян будет представлять на переговорах и Армению, и Нагорный Карабах. С 1997 года представители Нагорного Карабаха перестали участвовать в переговорах. Однако параллельно с Минским процессом начались периодические встречи советников президентов Армении и Азербайджана. Целью конфиденциальных переговоров Жирайра Липаритяна и Вафы Голузаде было решение статуса Нагорного Карабаха. И Баку, и Степанакерт настаивали на том, что конфликт может быть урегулирован, если удастся решить вопрос статуса. Карабах говорил, что вернет территории, если будет признана его независимость. Азербайджан парировал: «Мы не примем территории, поскольку в этом случае у армянской стороны не будет причин для продолжения переговоров, и конфликт будет заморожен». Мы предоставляли Нагорному Карабаху полное самоуправление во всех отраслях. Но мы требовали, чтобы экономика Нагорного Карабаха ориентировалась не на Армению, а на Азербайджан. Жирар Либаридзян требовал, что нет, Нагорный Карабах должен ориентироваться на Армению. Они требовали, чтобы Нагорный Карабах имел либо собственную армию, либо собственную национальную гвардию, обладающую и авиацией, и танковыми соединениями, и другими. То есть все пункты, на которых настаивала армянская сторона, а эти пункты требовали независимости Нагорного Карабаха. Вот тогда-то и стало ясно полностью, что никакого согласия
по поводу статуса Нагорного Карабаха не может быть. Между тем, жизнь в изнуренной войной Армении и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике постепенно налаживается. В Карабахе избран первый президент, созданы парламент и другие институты власти. Общеармянский фонд «Аястан», финансируемый диаспорой, начинает строительство дороги Гарис-Степанакерт, проходящей через Лачинский коридор. Бюджет Армении обеспечивает более половины ежегодного бюджета Нагорного Карабаха. В обращение введен армянский драм. Призывники и военные из Армении проходят службу в Нагорном Карабахе. В сентябре 1994 года Азербайджан подписал контракт века с 13 крупными нефтяными компаниями из 8 стран мира, начав совместную разработку нефтяных месторождений в Каспийском море. Это имело не только огромное экономическое, но и политическое значение и влияло на расклад сил в переговорах по Карабаху. Это стоило правительству, тогдашнему правительству Азербайджана, немалых усилий и, прежде всего, большой воли. В тот период азербайджанское правительство не имело права на продажу за рубеж даже одного барреля нефти. Сегодня это все делается, слава богу, в Азербайджане. Азербайджан, обретя независимость, становился как бы самостоятельным игроком на этом геополитическом пространстве. В начале декабря 1996 года в столице Португалии, Лиссабоне, состоялся очередной саммит ОБСЕ. Один из предложенных документов касался Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Гейдар Алиев пригрозил пресечь принятие любых решений саммита, если в окончательном документе по Карабаху не будет зафиксирована территориальная целостность Азербайджана. На Лиссабонском саммите была предложена формулировка урегулирования карабахского конфликта. В этой формулировке отмечалось и принцип территориальной целостности, и принцип самоопределения. Но открыто подчеркивалось, что это самоопределение должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана. И армянская делегация наложила вето на принятие этого документа. Армения, к сожалению, не может снять свое возражение по 20-му параграфу и предлагает исключить этот параграф из общего текста декларации. Единственной возможностью исключения новой трагедии является уважение права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. В ответ на это Азербайджан тоже воспользовался своим правом вето, но уже на фактически на всю работу Лиссабонского саммита. На этот документ Азербайджан не дает консенсус. Это было достаточно такой очень смелый шаг, который поставил тупиковую ситуацию во всю работу всего саммита. Азербайджан сделал это, то есть наложил вето на весь пакет. Оставался всего час до окончания саммита. Президенты не могут ждать. Самолеты ждут уже два дня и должны вылетать обратно. Состояние полного цейтнота. Флавио Котти, действующий председатель ОБСЕ и глава Департамента иностранных дел Швейцарии, заявил, что только одна страна, Армения, не согласна на самую высокую степень автономии Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. В те дни действительно было сложно говорить о независимости. Мировые процессы складывались не в нашу пользу. Развал СССР, кровопролитие в Югославии. И общественное мнение категорически отвергало право на самоопределение. Основной акцент ставился на территориальную целостность. Вскоре после Лиссабона Минская группа предложила сторонам пакетные и поэтапные планы урегулирования карабахского конфликта. Оба варианта подразумевали, в частности, следующие действия. Вывод армянских вооруженных сил с занятых территорий в пределы границ Армении и НКО. Отвод азербайджанских вооруженных сил в пределы обговоренных территорий. Сохранение Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах.
размещение в зоне Карабахского конфликта сил ОБСЕ по поддержанию мира, возвращение перемещенных лиц в места их прежнего проживания. Окончательный статус Нагорного Карабаха и Лачинского коридора должен был решиться путем переговоров, в начале процесса в случае пакетного варианта и в будущем в случае поэтапного плана. В сентябре 1997 года Минская группа посетила регион с этими предложениями. Пакетный вариант был отвергнут всеми сторонами. А вот поэтапный принят Арменией и Азербайджаном как основа для переговоров. Это был первый раз из того времени, это единственный случай, когда и официальный Ереван, и официальный Баку дали согласие на план, предложенный Минской группой. Однако позиции Нагорного Карабаха и Армении разделились. Степанакерт отвергает поэтапный вариант, в котором статус Нагорного Карабаха должен решиться в неопределенном будущем. На двухчасовой пресс-конференции в Ереване президент Левон Тер-Петросян излагает свое видение урегулирования конфликта. «Альтернативой компромиссу является война», — говорит он, добавляя, «выбор лежит не между хорошим и плохим, а между плохим и наихудшим». Смысл пакетного решения был в следующем. Мы сдаем территории и в конце получаем автономию в составе Азербайджана. В случае же поэтапного варианта сдаем территории, потом переходим к переговорам. Понятно, что в итоге мы снова пришли бы к автономии. С какой стати Азербайджан, получив территории, отказался бы от идеи автономии? Когда Тер-Петросян настаивал на том, что это нужно принять, я сказал, что для меня это неприемлемо. Из всех предложений по урегулированию Карабахского конфликта, поэтапный вариант был наиболее открыт новым возможностям. Он не давал окончательного решения для самых спорных вопросов – статуса Нагорного Карабаха и территориальной целостности Азербайджана. Но быстрое и сравнительно безболезненное решение других ключевых проблем предполагало создание атмосферы доверия, что облегчило бы дальнейшие переговоры. Предлагаемый сценарий зависел от мудрости руководителей и их желания сотрудничать. Мы сохранили бы Лачин как целостный район, а Карабах – неразоруженным. На эти территории вернулись бы люди. Не было бы армии, только полиция. Там расположились бы международные наблюдатели и миротворческие войска. Установились бы дипломатические отношения с Азербайджаном. Турция сразу открыла бы границу. И потом начались бы переговоры о статусе. Для того, чтобы пойти по пакетному варианту, либо в Азербайджане должны найтись такие руководители, которые подпишутся под тем, что Нагорный Карабах переходит в состав Армении, либо в Армении должны найтись какие-то политики, не какие-то там руководители, которые подпишутся под тем, что Нагорный Карабах остается в составе Азербайджана. Для заключения мира необходимы политическая воля и смелость. Для политического деятеля заключение мира при каких-то обстоятельствах опаснее войны. Тер-Петросян имел смелость встать и публично заявить: «Вот оно, решение. Это лучшее, чего мы можем достичь на данный момент». С начала января 1998 года Совет Безопасности Армении в течение двух дней обсуждал ситуацию. Позиция Левона Тер-Петросяна встретила жесткое сопротивление. Силовики в лице всемогущего министра обороны Вазгена Саркисяна и представители карабахского крыла в армянской власти выразили свое резкое несогласие с главой республики. 3 февраля президент подал в отставку. В тексте своего обращения Тер-Петросян объяснял, что раздувание вопроса Карабаха является лишь предлогом. Проблема гораздо глубже и связана с основами государственности, с альтернативой войны и мира. Через месяц в Армении состоялись внеочередные президентские выборы, на которых победил Роберт Кочарян, бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики. За год до этого Левон Тер-Петросян сам пригласил Кочаряна занять должность премьер-министра Армении.
В ноябре 1998 года в ходе очередного визита в регион Минская группа представила в Баку, Ереване и Степанакерте новое предложение, так называемое «общее государство». Предполагалось, что Азербайджан и Нагорный Карабах войдут как две отдельные части в состав единого государства. Это была инициатива Примакова, и могу сказать, что возникла она случайно. Изначально у Примакова был совершенно иной подход в вопросе Карабаха. Ранее министр иностранных дел России Евгений Примаков вносил предложение об общем государстве для разрешения Приднестровского конфликта в Молдове. В ходе встречи с армянской стороной у него возникла идея применить принцип общего государства и в Карабахском конфликте. Общее государство было следующим логическим шагом нашей дипломатии. Так как мы отвергли Лиссабонские принципы, значит, нужно было предлагать что-то новое. Если ты отвергаешь автономию, даже самую высокую ее степень, следующая ступень ниже независимости. Это другого типа отношения, которые мы в те дни назвали горизонтальными. Баку отверг предложение посредников. Ереван с некоторыми, а Степанакерт с серьезными оговорками приняли принцип общего государства как основу для переговоров. Это был наиболее приемлемый из имеющихся вариантов как основа для переговоров. Но даже в случае согласия Азербайджана мы вряд ли пришли бы к общему знаменателю. Все могло провалиться. И все же мы считали, что этот вариант дает нам возможность говорить с Азербайджаном на равных. Принцип общего государства предусматривал федеративное устройство. Нагорный Карабах и Азербайджан становились номинально почти равноправными субъектами единого государства. В дипломатических кругах Армении этот вариант укладывался в формулу «де юре» — не в составе Азербайджана, де-факто — независимое государство. Нагорный Карабах получил возможность иметь конституцию, герб, флаг и гимн, собственные законодательные, исполнительные и судебные органы, национальную гвардию и полицию, статус свободной экономической зоны и право на эмиссию собственных денежных знаков. Армянский язык становился основным официальным языком Нагорного Карабаха, азербайджанский – вторым официальным. Граждане Нагорного Карабаха смогли бы избирать своих представителей в парламент Азербайджана и участвовать в выборах президента Азербайджана. Ни документ об общем государстве, ни два предыдущих, они были абсолютно неприемлемы. И тогда Гейдар Алиев пошел на то, что рассекретил эти документы и опубликовал их в азербайджанской печати. Президент Алиев публично озвучил свое отношение к этому предложению, заявив, что общее государство означает предоставление Нагорному Карабаху фактической независимости и создание второго государства в границах Азербайджана. А российская сторона заведомо готовила такие предложения, чтобы состояние ни мира, ни войны продолжалось, прекращение огня не переходило бы в мир. И в Азербайджане, и в Армении есть политики, которые считают, что неразрешенный карабахский конфликт выгоден России. Подыгрывая той или другой стороне, она сохраняет свое доминирование в регионе и добивается определенных политических и экономических выгод. Но многие эксперты оспаривают эту позицию. Which of course is something Azerbaijan doesn't want, maybe even the Armenian side doesn't really want. What cost does Russia want to extract for resolution of this conflict? But so I think there is suspicion, but the idea that Russia is manipulating everything, that it's that this conflict is directed from the Kremlin, that seems to be complete nonsense. It seems to me this is basically a local conflict between two sides, that the tail wags the dog, as we say in English. Период с апреля по декабрь 1999 года стал одним из самых интенсивных в процессе карабахского урегулирования. Было положено начало переговорам на уровне президентов Армении и Азербайджана, которые продолжаются по сей день. Гейдар Алиев и Роберт Кочарян
встречались 6 раз в Москве, Вашингтоне, Женеве, Ялте и, наконец, в Садараке на участке границы Армения-Нахичевань. Именно в 1999 году вновь был предложен вариант урегулирования карабахского конфликта путем территориального обмена. Еще в 1988 году эту идею выдвигал известный советский физик и правозащитник, нобелевский лауреат Андрей Сахаров. В 1992-м подобный подход предложил бывший сотрудник госсекретариата США Пол Гобл. План заключался в следующем. Нагорный Карабах с Лачинским коридором присоединяется к Армении. Взамен Азербайджан возвращает себе территории вокруг Карабаха и вдобавок получает Мигринский коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеванью. Суть была в том, чтобы мы уступаем Армении Нагорный Карабах, взамен Армения уступает нам район Мегри. В таком случае Азербайджан восстанавливал бы свою связь по суше с Нахичеванем. Поэтому для нас это выглядело, в общем-то, довольно-таки привлекательно. Говорилось всего лишь о коридоре, который дал бы азербайджанцам возможность свободно перемещаться по территории Армении, иметь связь с Нахичеваном через территорию Армении без таможенного контроля. Но это тоже было спорно для армянской стороны. У нас было множество возражений. Эти переговоры, они проходили тет-а-тет, с глазу на глаз. Сперва это было в Вашингтоне, позже это было в Швейцарии, в Женеве, где Гайдар Алиев и Роберт Качарян тет-а-тет обсудили все эти вопросы. Я знал о ходе переговоров только лишь со слов Гайдара Алиева. Он потом пересказывал мне суть этих разговоров. План по обмену территории, оставшийся в истории как план Гобла, имел одну особенность. Он не был открыто предложен сторонам и не был задокументирован. Многие официальные лица в Армении и Азербайджане не подозревали, что именно обсуждается на самом высоком уровне. Подобный закулисный стиль переговоров порождал конспирологические домыслы. В октябре 1999 года в отставку подали министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров и советник Алиева Эльдар Намазов. Их отставки были восприняты как знак несогласия с предложением. Ранее в отставку подал и Вафа Гулузаде. Но весь вопрос в том, что Россия не могла позволить, чтобы две страны, два президента договорились о мире без ее участия в этом процессе. Однако накануне Стамбульского саммита произошел страшный террористический акт, наверное, невиданный в мировой практике. 27 октября 1999 года в парламенте Армении раздаются выстрелы. В зал заседания врывается группа террористов во главе с бывшим журналистом Наири Унаняном и расстреливает из автоматов Калашникова премьер-министра Вазгена Саргсяна и председателя Национального собрания Карена Демирчана. Кроме них погибают вице-спикеры, министр и депутаты. Всего 8 человек. Стремительно распространились слухи о том, что теракт связан с карабахским урегулированием. А варианту решения конфликта путем территориального обмена противились в первую очередь Вазген Саргсян и Карен Демирчан. Эту версию подогревают предшествующие трагедии события. За несколько часов до расстрела в Ереван на переговоры прибыл специальный посланник президента США Строуп Телбот, посетивший накануне Москву и Баку. It was a very dramatic morning. We, in fact, had just come from Baku, so we had been meeting the day before with President Aliyev. We had been working on this peace proposal that the presidents had developed together. There were some issues with that, so we had talked to President Aliyev about that. We had come to talk to President Kocharyan about that. They were very good discussions. Not conclusive at all, and they illuminated some problems and some concerns that would become more problematic after the terrorist incident. После теракта переговорный процесс был заморожен более чем на год. Армения была занята внутриполитическими проблемами. Ситуация изменилась в начале 2001 года, когда Азербайджан и Армения стали полноправными членами Совета Европы.
На следующий день после церемонии в Страсбурге президент Франции Жак Ширак пригласил Алиева и Кочеряна на встречу в Париже. Это был момент, когда оба президента имели беспрецедентную поддержку великих держав. Впервые инициативу в переговорном процессе по Карабахскому конфликту взяли в свои руки Соединенные Штаты Америки. На повестке стояла встреча в городке Ки-Уэст, самой южной точке континентальных штатов. Американский писатель Эрнест Хемингуэй на острове Ки-Уэст во Флориде написал свой знаменитый роман «Прощай оружие». Десятилетия спустя на этом же острове будет сделана попытка найти ключ к разрешению Карабахского конфликта. 1 апреля 2001 года в аэропорту Бина перед поездкой в Ки-Уэст президент Алиев заявил, что ради урегулирования готов вести переговоры в любом месте, даже в Антарктиде. Ки-Уэст is at the end of a very long bridge connecting it to the rest of Florida. It's somewhat reminiscent, and President Aliyev remarked on this on his arrival, of the question of how do you connect Nagorno-Karabakh and Armenia, and the question of corridors. 3 апреля 2001 года в маленьком Белом доме 33-го президента США Гарри Трумана госсекретарь Колин Пауэлл открыл переговоры. Он также провел отдельные встречи с Алиевым и Кочеряном при участии сопредседателей Минской группы. А на церемонии открытия переговоров в Ки-Уэсте Алиев начал свое выступление речью, осуждающей Армению как агрессора. Алиев удивил всех, наверное, кроме президента Кочеряна, потому что Кочерян до последнего момента не верил, что Алиев пойдет по пути, ради которого мы собрались в Ки-Уэсте. В Париже после встречи с Шираком нас заверили, что Гейдар Алиев согласен со всеми предложениями относительно самоопределения Карабаха. И в Ки-Уэсте в течение недели все это будет закреплено в виде документа. Но Кочерян был настроен очень пессимистично. Однако на следующий день казалось, что выступления Алиева и не было. Стороны вели переговоры о взаимных уступках. Информированные источники до сих пор утверждают, что в проекте документа был абзац, касающийся передачи Нагорного Карабаха под суверенитет Армении. О подобной возможности говорит в своей книге «Черный сад» и британский журналист-политолог Томас де Ваал, ссылаясь на присутствующего на переговорах чиновника. Американцы были очень серьезно настроены и задействовали большие ресурсы. Стояла задача выбрать наиболее оптимальный путь для коридора. Они подготовили такую компьютерную видеографику, которая отображала весь рельеф, географию, и можно было виртуально пройти по всем этим территориям. Использование этой технологии было весьма любопытно. Отношение к встрече было очень серьезное. Ожидания от нее очень большими. Многие детали переговоров в Ки-Уэсте участники процесса до сих пор держат в секрете. Казалось, что именно там стороны наиболее близко подошли к взаимным уступкам. Но по рассказам посредников и армянских дипломатов, Гейдар Алиев отклонил черновик документа, который предполагал обмен не только занятых территорий вокруг Нагорного Карабаха, но и части приграничной с Ираном территории Армении на присоединение Карабаха к Армении. Известно также, что обсуждались гарантии бесперебойной коммуникации Армении с Ираном. Вопрос о различных статусах Мигринского и Лачинского коридоров. In Ки-Уэст, it was clear they weren't able to cross the finish line, but in fact they were never supposed to. So they actually went further, I think, than we expected. But it was also clear at that point that the final steps were going to be much more difficult than they had envisioned. Через несколько месяцев после Ки-Уэста, 11 сентября 2001 года, мир был потрясен терактами в Соединенных Штатах. Карабахский конфликт отошел на задний план международных дипломатических интересов, но не потерял актуальности для двух народов. После Ки-Уэстского тупика и до самой смерти Алиев встречался с Кочеряном еще 6 раз, но встречи эти не привели ни к каким результатам. Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в госпитале Кливленда, США.
Его смерть не вызвала внутриполитических потрясений и не привела к хаосу. Алиев подготовил себе преемника. На состоявшихся 15 октября 2003 года президентских выборах его сын Ильхам Алиев обошел всех своих соперников. После президентских выборов в Армении и Азербайджане в 2003 году переговоры по урегулированию Карабахского конфликта продолжались в рамках так называемого «Пражского процесса». Итогом этого длительного цикла стали мадридские принципы, которые предварительно были предложены сторонам в ноябре 2007 года в столице Испании. В феврале 2008 года в Армении состоялись президентские выборы. Серж Сарксян, соратник Роберта Кочаряна из Нагорного Карабаха, стал третьим президентом республики. Результаты выборов оспаривались оппозицией, поднялась волна протестов. После 10 дней жесткого противостояния в столицу были введены войска. Кровавые столкновения привели к гибели 10 человек. В июле 2006 года в Азербайджане был осуществлен первый крупный нефтяной проект. Созданный в партнерстве с British Petroleum нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан воспринимался как основной гарант независимости Азербайджана. По нему каспийская нефть попадала на западные рынки, минуя территорию России. Россия демонстрировала двоякую политику. То есть, с одной стороны, мы наблюдали заинтересованность Министерства энергетики России в участии в разработке азербайджанских нефтяных месторождений. В частности, компания «Лукойл» уже начала проявлять в то время интерес к участию вот, в первом контракте. Но, с другой стороны, внешнее политическое ведомство, Министерство иностранных дел России, оно проявляло, значит, вот резко отрицательное отношение к такой политике Азербайджана. За строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан последовало строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и развитие других региональных проектов, каждый из которых обходил не только территорию России, но и Армению. Доходы от нефти и газа позволяли Азербайджану осуществлять большие строительные программы и преобразить столицу Баку. Вскоре прерванный процесс переговоров возобновился. По инициативе президента России Дмитрия Медведева состоялось несколько встреч между Алиевым и Сарксяном. Самым значимым событием в карабахском урегулировании этого периода стало совместное заявление президентов России, США и Франции Дмитрия Медведева, Барака Обамы и Николя Саркози, сделанное 10 июля 2009 года в ходе саммита «Большой восьмерки» в итальянском городе Лаквиль. Здесь и был обнародован доработанный вариант мадридских принципов, предложенных еще в ноябре 2007 года. Мадридский документ – это попытка совмещения двух кажущихся несовместимыми принципов – территориальной целостности и права на самоопределение. Новым в этом предложении стала идея референдума, сроки которого не обозначены. Если сегодняшнее де-факто состояние независимости Нагорного Карабаха когда-нибудь получит де-юре выражение, то есть мир признает независимость Карабаха, то истоки этого нужно искать в мадридском документе. В мадридских принципах имеется идея проведения референдума в Нагорном Карабахе. Я это считаю абсолютно контрпродуктивным. Как можно в Нагорном Карабахе проводить референдум, когда все азербайджанское население Нагорного Карабаха изгнано? Мадридские принципы включают следующее положение. Возвращение прилегающих к бывшей НКО районов под контроль Азербайджана. Сохранение коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. Промежуточный статус для Нагорного Карабаха, обеспечивающий самоуправление и безопасность. Определение окончательного статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления населения, попросту референдума. Право внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания.
международные гарантии безопасности, включая миротворческую операцию. Сейчас представлен документ, называемый «Мадридскими принципами». Опять Армения и Азербайджан заявляют, что согласны его принять как основу для переговоров. Карабаха нет, его голос не слышен. Если даже заговорит, никто не будет его слушать. Так что такое эти мадридские принципы? Кто-нибудь пытался понять это? Ведь это то же самое, что и Лиссабонская резолюция. Абсолютно то же самое, никакой разницы. Предлагается решить карабахский конфликт на основе двух принципов – территориальной целостности Азербайджана и права народа Карабаха на самоопределение. Что это означает? Это означает самоопределение в границах территориальной целостности, ничего другого. Пусть не обманывают народ. Это всего лишь дипломатический трюк для облегчения переговоров, чтобы и Азербайджан, и Армения сохранили лицо и получили аргументы для своего народа. Дело в том, что поэтапный план урегулирования был предложен в 1997 году. И тогдашнее руководство Армении и руководство Азербайджана дало на это согласие. Но в Армении произошла смена режима. Пришли люди, которые под лозунгом, что поэтапный план урегулирования неприемлемый, поэтому необходима смена власти в Армении. Они своего добились. С тех пор прошло 17 лет. 17 лет блужданий, 17 лет замораживания ситуации. И ВОЗ и поныне там, и ясно, что кроме поэтапного плана урегулирования другого нету. Теперь этим людям признать, что эти 17 лет были выброшены на ветер, что мы потеряли 17 лет, и все равно нужно по этапному плану возвращаться, для них это как политическая характерия. В мае 2008 года при посредничестве президента России Дмитрия Медведева начался новый этап переговоров между Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Последняя из более чем 10 встреч в трехстороннем формате состоялась в июне 2011 года в столице Татарстана, Казани. Американский сопредседатель Минской группы Роберт Братке оптимистично заявил, что встреча в Казани – самый важный этап в переговорном процессе со времен Ки-Уэста. Предлагаемый к обсуждению документ с принципами урегулирования получил название «Казанского». На самом деле в его основе лежали незначительно измененные мадридские принципы. В какой-то момент казалось, что стороны близки к соглашению. Но в последний момент президент Азербайджана предложил несколько изменений, и стороны не договорились. В очередной раз. После Казани встречи проходили на фоне постоянно меняющегося внешнеполитического контекста. Взаимное недоверие сторон и чрезвычайная настороженность участников процесса стали характерной особенностью переговоров. От линии фронта до столицы Азербайджана Баку каких-то 300 километров. Пока вот эта военная группировка армянская не будет выведена с территории Азербайджана, просто не сдвинется с точки зрения решения конфликта. Если бы мы были уверены, что уступая территорию, получим мир, может и согласились бы. Хотя я считаю это неправильным, но могу согласиться. Но вся проблема в том, что любая уступка только повысит вероятность войны. Понимаете? Даже если мы весь Карабах, теоретически допустим такое, уступим Азербайджану, все равно не будет мира. Следующим шагом будут претензии на Зангезур. Ведь там на уровне президента говорится об Ереване и Западном Азербайджане. А для Азербайджана как раз-таки подписывают любое соглашение, которое не будет предполагать практическое осуществление вывода армянских вооруженных сил с азербайджанской территории, не имеет смысла, потому что зафиксирует нынешнее, совершенно неприемлемое для Азербайджана статус-кво, то есть ситуацию отказа Азербайджана от своего законного права на самооборону и освобождение своих территорий в условиях сохраняющегося армянской оккупации азербайджанских территорий.
Политики пытаются взять под контроль различные гражданские инициативы, в том числе направленные на мирное урегулирование конфликта. В апреле 2014 года в Азербайджане были арестованы видные правозащитники и журналисты. Сейчас мы можем сказать, что 100% электронной медиа под контролем властей. Несколько сайтов маломощных есть всего лишь. Они даже электронные телевидения, электронные сайты тоже взяли под контроль. Газета 99-95, можно сказать, что под контролем. Партии абсолютно маргинализировались, подкуплены большая часть. Многие активисты или в тюрьме, или эмигрировали. Можно сказать, что разгром сопротивляющихся был завершен разгромом гражданского общества. Согласно индексу глобальной милитаризации, Армения и Азербайджан входят в десятку самых милитаризованных стран мира. Армения на третьем месте, Азербайджан на десятом. Годы безрезультатных переговоров усилили голоса, требующие военного решения конфликта. Эти годы потеряны и для нового поколения, которое выросло в атмосфере ненависти. В 2004 году армянское общество пережило шок от известия о том, что во время обучения на курсах НАТО в Будапеште азербайджанский офицер Рамиль Сафаров топором убил армянского коллегу Гургена Маргаряна. Проведя в тюрьме 8 лет, Сафаров был экстрадирован и с почестями встречен в Азербайджане. В 2014 году на линии соприкосновения вблизи Агдама во время совместных учений армии Армении и Нагорного Карабаха был сбит армянский вертолет. Эти и другие события продолжают влиять на общественное настроение, и готовность народов к компромиссам еще больше снижают доверие друг к другу. Социально-политическая атмосфера в странах не благоприятствует мирным переговорам. Но, к сожалению, даже вот 20 лет спустя мы не можем зафиксировать, что есть гарантии невозобновления военных действий. Те, кто думает, что вот сейчас можно получить какие-то дивиденды от того, что решить вопрос в пользу, скажем, Азербайджана и Армении, они глубоко ошибаются. Без удовлетворения позиции двух сторон, без согласия как бы народа Азербайджана и Армении, то этот конфликт будет регулярно через некоторое время снова вспыхивать. This is not the worst conflict in the world. Of course, there are tragedies here, personal tragedies, which people remember. But there's no reason why in the future Armenians and Azerbaijanis cannot live together. Прошла уже четверть века с начала этого конфликта. В Азербайджане не смогли смириться с потерей территорий. В Нагорном Карабахе выросло поколение, которое не представляет жизни в составе Азербайджана. Старшее поколение беженцев с каждым годом теряет надежду вернуться в свои дома. Молодые армяне и азербайджанцы почти не имеют возможности общаться и узнавать друг друга. А война принимает новые формы и оказывается сильнее миротворческих инициатив. На минных полях и от снайперских пуль продолжают гибнуть люди. Диверсионные вылазки подпитывают страх и ненависть, а пропаганда укрепляет образ врага. Спустя годы после перемирия армяне и азербайджанцы продолжают жить в поисках мира и в тени войны.